Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников и знакомиться, как это возможно, с их биографией. Данных не очень много. Гарри Сидденс Моубрей. Американский художник, выполнял различные живописные заказы для Моргана, Вандербильта и других клиентов. Занимал пост директора Американской академии в Риме в 1602-1604 годах. Моубрей родился 5 августа 1858 года в семье англичан в Александрии, Египет. Его отец умер от гипертонии через год после рождения сына, и мать Моубрея вместе с ним переехала в Америку. Когда Моубрею было 5 лет, мать заживо сгорела в результате бытового происшествия. Оставшись сиротой, мальчик был усыновлен своей тетей, сестрой своей матери и ее мужем Джорджем Моубреем. Семья поселилась в Норт-Адамсе, штат Массачусетс. После года учебы в военной академии в Вестпойнте он отправился в Париж и поступил в ателье Леона Бона. В 1879 году его первая картина «Аладдин» привлекла к нему всеобщее внимание. Учился у Бона до 1883 года, а в 1886 стал членом общества американских художников. Его картина «Вечерний бриз» получила премию Кларка в Национальной академии дизайна в 1888 году, и он был избран ассоциированным членом академии. Вскоре стал действительным в 1891 году. Был наиболее известен своими декоративными работами по оформлению, передаче законов, здания апелляционного суда, потолок в резиденции Вандербильта, потолки в библиотеке Моргана и дополнительное здание библиотеки музея Моргана, а также потолок и стены библиотеки университетского клуба в Нью-Йорке. Другие работы включают фрески в здании апелляционного суда и библиотеки университетского клуба в Нью-Йорке. Преподавал в Лиге студентов искусствоведов Нью-Йорка около 1901 года. Был членом комиссии изящных искусств США с 1921 по 1928 год. Среди учеников художника были Мортимер Липпенхауэр, Флоренс Вольф Гетхольд и Клара Таггарт Макчесни. Ну вот так вкратце, данных не очень много, из переводной Википедии о Гарри Сидденс Моубрей, американском художнике. Пока-пока, до свидания.